тревога. Пришли. Осторожнее. Вот и подкрепление. Но зачем? Боже мой, реакция зашла очень далеко. Надеюсь, доктор Клейнер не ошибся. Попробуем пройти через центр управления. На
нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Внимание! Опасный уровень радиации. Thank you.
жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Положение критическое. Пациент при смерти.
система герметизации заработала. Долго она не продержится, но время мы выиграем. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Это Джудит, смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений, сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где она? Она попала в беду. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. А теперь уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Здесь есть лифт. Сюда! Скорее! Этот лифт доставит нас к платформе. Если мы сядем на поезд, то через полчаса окажемся за пределами города. Эй, гравипушка снова разрядилась? Жаль, с ней было спокойнее. Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили.
Знаешь, учитывая все в целом, не так уж... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Будь прокляты эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно. Посмотрим, куда едет этот поезд. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Будем надеяться, худшее позади. Ты снова спас нам жизнь. Что это? Боже мой! Соберись! Thank you.
секунду. Я... Дай перевести дыхание. Окей. Ну, все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Выйдем на поверхность. Ничего не вижу. Мы тычемся в темноте, как слепые котята. Черт, я тычусь. Как мне его открыть? Поищем его питание. А вы с Барни соревновались, кто быстрее попадет внутрь, не отпирая дверь. Смотри-ка, пушка!
Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Но конечно, его питал реактор цитадели. Зомби. Зомбайны. Как тебе? Зомбайны. Дошло? Окей. Черт! Берегись! У него граната! Свети на Барнакла! Выстрел! Mm-hmm.
дорогу. Отличная мысль, Гор. Никогда бы не подумала, что этим можно закрыть щель. Ау! Держи его в луче света.
Думать.
у тебя костюм. Ну и гадость эта вода. Он не растягивается на двоих? Растягивается на двоих. Сам не верю, лифт. Я была бы рада и лестнице. Thank you.
Он меня схватил! Поехали отсюда.
Как раз. Вовремя. Только бы еще не стемнело. Повторяю. Слава богу, еще не стемнело. Если вы все еще там, прошу вас со всей деятельностью, на которую я способен. Спешу вас обрадовать. Эй, там! Наверху! Эй! Выпустите нас! Эй! По-моему, они нас не слышат. Бежим к вокзалу, пока не грянул взрыв. И очень многое вам сообщить. В ближайшие дни я планирую написать для вас серию... Наконец-то воздух! На данном этапе страйдеры здесь камня на камне не оставили. Последствия дестабилизации реактора Сити-17 не для нас неожиданны. Никогда еще не была так рада Доку. Высказывать наши слабые надежды вслух. Разрушительный импульс временно остановил работу всех сети реакторов Цитадели. Они кого-то ищут. Подозреваю нас. Сила Альянса. Я надеялась, нам удастся отойти подальше, прежде чем нас обнаружат. Сделают все возможное, чтобы восстановить связь и призвать подкрепление. Но даже несмотря на это, впервые за последние 10 лет у нас появилась надежда. Мы втайне разработали несколько высокотехнологичных устройств. И намереваемся применить их при малейшей попытке возвращения Альянса. Мы продолжаем растить и воспитывать новое поколение ученых и техников. Ведь Альянс испытывает страх не перед пулями и гранатами, но перед нашей волей, нашим интеллектом, нашим умением найти свое уникальное средство борьбы против каждой новой угрозы. Наша главная надежда — наш дух, несмотря на то, что его так легко пошатнуть. Все мы пережили гибель родных и друзей от рук Альянса. Все мы смотрели, как наши соседи поддаются на их провокацию, утрачивают человечность и превращаются в винтики машины уничтожения. А тех, кто боролся, ждала еще более страшная участь. Но самое главное, даже в таких ужасных условиях мы сохранили человечность. Только... Thank you.
Мы останемся и попробуем спасти остальных. Норы перекрыты. Отлично. Мы задержимся и поможем отставшим. Уезжайте без нас. У нас здесь дела. Мы останемся и попробуем спасти остальных. Пока ты разбираешься, я присмотрю за улицей. Thank you.
Красота! Давай наверх. Поднеси ее сюда, я перенастрою схему. Подожди! Улицу обстреливает снайпер. Мы не сможем пройти. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Улица перегорожена баррикадами. Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Вас исчерпан. Thank you.
Обнаружена кровопотеря. Эта часть позади. Боже мой! Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Реакция быстро набирает силу. Я бы предпочла найти другой путь. Но у нас совсем нет времени. Что это за звук? Отойди от ворот! Отойди от ворот!
Обнаружено.
Вот ты где. Я уже думала, ты обо мне забыл. Думаю, надо найти аптечку. Назад!
Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите из города! Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Да простите. Открой дверь. Скажи пароль. Я даже не скажу, чтобы заткнуться. Проходи. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек, необходимых для изучения эмбриона. Теперь с исчезновением для всех желающих настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете. Я слышалась, он сказал, плодитесь и... Дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс попытается вернуть себе господство. А это неизбежно случится. Поскольку прежде у нас не было возможности открыто говорить о вредительской деятельности Альянса, мне нужно очень и очень многое вам сообщить. В ближайшие дни я планирую написать для вас серию познавательных брошюр. На данном этапе, как ни жаль, придется обойтись относительно краткой информацией. Последствия дестабилизации реактора Сити-17 не явились для нас неожиданностью. Пускай мы и не решались высказывать наши слабые надежды вслух. Разрушительный импульс временно остановил работу всей сети реакторов в Цитадели. Мы полагаем, что благодаря этому все телепорты Альянса, а также система связи, основана на идентичной технологии, выведены из строя. Иными словами, силы Альянса, расквартированные на Земле, изолированные, отрезанные от остальных. Тем не менее, мы считаем, что это временное положение вещей. Как нам довелось выяснить на собственном печальном опыте, малейшая брешь в черной меди позволила врагу занять плацдарм и расширить портал, сквозь который прошли целые армии. Помимо инопланетных существ, на Земле осталось множество модифицированных человеческих особей, которые сделают все возможное. Найдем другой путь. Ха-ха! Жди их! Не советую идти по лестнице.
всем виноват Одесса Кэббидж. Знаю я этого Одесса Кэббиджа. Полный кретин. Выбираешь путь по живописнее? Гордон! Алекс! Не верю глазам! Как вы сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вортигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума схожу. Нас обнаружили! Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! Мы выкрали из цитадели кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важные. Весь Альянс спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на путь? Мы хотим взять станцию штурмом. И пускай каждый полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя. Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, как скажете. Смотрите сюда. На станцию можно пройти по крышам. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать. Встретимся на станции. Заметано. Идем. Гордон, пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. Это последнее. Так что не теряй ее, ладно? Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло уже парню. Увидимся на станции. Охотник. Меня от них в дрожь бросает. Эй, больница! Нам нужны лекарства!
тысячи... Не знаю, что... Да, Гордон, ты просто зверь! Думаешь, ему конец? Врежь ему на всякий случай монтировкой! Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Thank you.
жизнеобеспечения включена. Морфий введен. После тебя. О, нет! Гордон, ты цел? Боже, зомби!
Прости, что бросила тебя одного, Гордон. Ко мне нагрянули гости. Вижу, ты и без меня справился. Больница.
Сзади! Есть! Вокзал! Во-первых, и самое главное, если вы все еще находитесь на территории сети 17, незамедлительно покиньте город. Мы не пустились в погоню. Надо найти Барни и двигаться дальше. Что вы не успеете. Прости, что заставила ждать. У нас на хвосте комбайны. Каков план? Беженцы выходят группами по двое, по трое. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь станции. Договорились. Выводи первую группу. Поехали! Эта война вообще, похоже, не кончится. Дождитесь, пока все не окажутся в вагонах. Не так уж это было и сложно. Можно было брать сразу всех. Thank you.
Окей. Отведи этих людей к поезду. Они в безопасности. Давай следующую группу. Ты просто чума, док. Пригните головы. Возьми аптечку. И еще бы чуть-чуть и все. Обнаружена кровь.
Прямо как в старые добрые времена. Доктор Фриман? Спасибо, Фриман! Возможно, цель номер один. Цель 4, 5. Мы готовы принять следующих. Я думаю, что поддержка резерва. Они в безопасности. Давай следующий. Не бойтесь, с доктором Фриманом вам ничего не грозит. Я держу.
живы. Только благодаря вам. Вот, держи аптечку. Это их на какое-то время задержит. Вы едете? Езжайте, барни, погони не будет. Мы с Гордоном отвлечем их внимание, чтобы вы смогли уехать из города. И сядем на следующий поезд. Ну ладно, но поторопитесь. Пускаем следующий. Простите. Гордон, шевелись. Пока, барни. Удачи. До скорой встречи. Я подгоню поезд. Нельзя терять времени. Thank you.
Ты мой герой! Просто не верится. Похоже, мы все-таки сумеем спастись. Скорее, отправляем поезд. Запрыгивай, Гордон, я за тобой. Поехали. Мы сумели, Гордон. Поехали. Мы сумели, Гордон.